Здравствуйте, уважаемые президенты. Господин посол, приветствую. Здравствуйте. Мы недавно с вами встречались и обсуждали проблемы белорусско-китайских отношений. Сегодня у нас, ну не сказать, чтобы радостный повод для встреч, когда посол уезжает из страны, притом хороший посол, который очень много сделал для того, чтобы у нас развивались отношения в нужном ключе, так как мы и планировали с председателем Си Цзиньпином. Конечно, повод не самый приятный. Нам остается надеяться, что после вас приедет посол не хуже. Ну, хотелось бы, чтобы лучше, но вряд ли лучше бывает. Вы очень многое сделали для наших отношений, и я вам за это очень благодарен. Поэтому в самом начале нашей встречи позвольте мне выполнить приятную миссию и вручить вам наш орден, чтобы он у вас оставался всегда. И, глядя на него, вы вспоминали свою службу в Беларуси. Спасибо. Спасибо. Поздравляю. Спасибо вам большое. Удостоверение и белорусские цветы. Спасибо.